358 новых случаев коронавируса подтвердилось на вечер пятницы. Такой результат дала обработка 1500 с лишним проб. Положительным оказался каждый пятый результат теста. Три человека заразились за границей, двое из них в Турции, еще один в Румынии. Общее число подтвержденных случаев с начала эпидемии – 35 904. Чуть менее 25 тысяч инфицированных выздоровели. 981 человек скончался. Последние жертвы – трое больных из Кишинева и один из Флорежского района. У всех, кроме COVID-19, были хронические заболевания, повышающие риск летального исхода, такие как гипертония, ожирение или сахарный диабет. Из более чем 10 тысяч человек, находящихся сейчас на лечении, 546 в тяжелом состоянии. При этом 34 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.